1 и 2 мая ребята и их родители ждет множество приятных сюрпризов. В частности, веселая пиратская рыбалка, где любой желающий может выиграть один из замечательных подарков, поймав свою золотую рыбку. Запланированный мастер-класс «Панама-мама», на котором ребята своими руками при помощи мастера-шляпника сделают авторскую кепку на лето. А в 15 часов всех гостей парка ждет веселая шоу-программа с конкурсами, играми и ярким представлением от студии танца «Став».